Садхгуру, я посмотрел почти все ваши видео на YouTube. Я думаю, что мне уже знакомо почти все, о чем вы там говорите. Уже знакомо? Ну ладно. Нужно ли мне в таком случае проходить программу внутренней инженерии? Как-то раз. Шанкаран Пилай. Шанкаран Пилай зашел в ресторан Махамудра в центре Ишалайф в Ченнай. Там очень богатое меню, страниц на 5-6. Он прочел все очень внимательно и спросил: «Я прочитал все меню. Нужно ли мне теперь есть?» Существует разница между тем, чтобы прочитать меню, и тем, чтобы поесть, переварить пищу, насладиться вкусом, усвоить питательные элементы, получить питание для своего тела. Есть разница. Видео на YouTube просто для того, чтобы немного пощекотать вас. Потому что мир не настолько чувствителен к жизни, чтобы люди естественным образом видели необходимость искать нечто глубокое. Сейчас есть множество приложений для заказа еды. Была такая реклама: «Начните новый 2019 год, не готовя целый месяц. Просто сделайте заказ, и мы дадим вам скидку на целый месяц. Каждый день мы будем доставлять вам то, что вы захотите. Целый месяц не нужно будет готовить». Вот к чему мы идем. Весь мир движется в этом направлении. Так что нужно очень длинное меню, чтобы люди могли из него выбирать. Есть люди разных типов. Какие люди? Кто-то любит кофе, кто-то чай, кто-то напиток из имбиря. Кто-то такой человек, кто-то другой. Люди занимаются самыми разными вещами. Так что мы пишем и о кофе, и о чае, и о головной боли, и о мистицизме, и о духовном процессе, и о смерти, и о жизни. Потому что в наши дни требуется очень длинное меню, чтобы привлечь внимание каждого. Если вы прочитаете меню и будете думать, что насытились, это будет печально. Внутренняя инженерия — это упорядоченный процесс для того, чтобы привнести это в вашу жизнь. Чтобы привнести это в вашу голову, видео на YouTube будет достаточно. Но чтобы сделать это частью вашей жизни, нужна сильная практика. Вам нужна глубокая система, чтобы это стало частью вашего процесса жизни, а не только мыслительного процесса. 5-6 июня впервые в России Садхгуру проведет программу «Внутренняя инженерия» с переводом на русский язык. Программа предлагает технологии, позволяющие создавать вашу жизнь такой, как вы хотите.